международный мастер из Испании. Разыграю против него что-нибудь непонятное сегодня. Сразу хочу сбить его с каких-то схем. Может быть, d5 еще здесь. Потом c5 подорву, если он e5 сходит. Может быть, сразу. Пусть задумывается. Гражу c4 выиграть фигуру. Естественно, видит. c3, ладно. Почти все мои фигуры так скучковались на ферзевом фланге. Значит, тут и будем играть. Другого варианта я не вижу. Конечно же, параллельно нужно будет предотвратить игру соперника на королевском фланге. Например, h6 может быть профилактика. Или вообще пока не дергаться. Посмотреть, как он будет расставляться. Ну, а мне нужно в 3-0 уходить. Это очевидно. Ни о каких 2-0 речи идти даже не может. Сразу ушел. Хотел получить открытую позицию. Получилось что-то типа каракана, который я обычно играю. Почему не провожу план с b4? Потому что у меня тут король. И нужно сначала его обезопасить, подготовить этот процесс. Сразу дергаться тут смерти подобно. g5. Попробую с двух флангов начать его прессовать. У него же там тоже король пока что. Не эвакуированный. Конь g4. К пешке h6 привязался. Хочется конь f5, но там сразу слон f5 пойдет. Пешки будут разрозненные. Не очень мне это устраивает здесь. Конь f6 все равно, наверное, залезет. Пока введу короля. У меня план какой? Где-то слон d7 поставить. И потом конь f5 все-таки залезть. А он ведь еще может контрудар на ферзевом нанести. Похоже, придется перестраивать свою игру, закрывать весь фланг тут. И переводить коня, наверное, на f8, второго на f5 и слон d7. Не нравится мне, что-то я ковыряюсь тут в этой позиции. А как играть, непонятно. Точного плана нет. Все заперто. Слон на c6 вообще больше на пешку похож, чем на слона. Надо его перевести, наверное, на d7 или на c8 потом. Хоть как-то включить в игру. Отсюда он будет защищать моего коня. И на взятие уже заработает. Конь h7. Фигуру не проигрываю, на g4, конь h4 есть ход. Он второго коня подтягивает. Так, ладно, отведу, наверное, ладью. Здесь ей больше делать нечего. Подключу ферзя. Наверное, f4 скоро получу. Конечно, я бы за него сейчас эвакуировал бы короля, а потом начал проводить атаку пешечную. Посмотрим, что он выберет. Своего тоже уведу. Ну вот, похоже, так он и планирует сделать. А мне нужно к этому подготовиться. Пока что выгнать отсюда его назойливого коня. Может быть, сразу f5. Пока он не подготовлен. Ладно, попробуем. Обоюдный цитнот. В цитноте у меня будут какие-то шансы в этой позиции, я думаю.
Начинаю его переигрывать по времени. Конечно, важно и не пролететь по позиции еще. Лезет тут на меня потихоньку. Мне приходится только стоять. Дернулся. Так, что делать? Взять его, что ли? Ладно, возьму. Мат он не зевает. Сюда пошел. И ладья F7. Поймал, похоже. Все, это уже близко к победе. Сейчас пособираю все его пешечки. Так. Куда мне? Ладно, короля пока подведу. Греха подальше. Ну и ферзя провел. Повезло, лучше разобрался, чем он в цитноте.